есть понятные алгоритмы, как она действует. Люди сами выбирают те самые тротуары, и, значит, которые нужно в первую очередь отремонтировать. И мы это включаем, синхронизируя городской, республиканский бюджет, мы это включаем в бюджет. То же самое, собственно, будет здесь. При инициативе граждан мы будем оценивать объемы на текущий, на следующий год, это включать в бюджет. Я думаю, что инициатива достойна внимания правительства Российской Федерации. Надеюсь на поддержку, в том числе финансовую, со стороны правительства. Эта инициатива абсолютно правильная, обоснованная. Да, она будет затратная, но мы слышали реакцию руководителя Центрального исполкома партии. Будем работать. В данном случае можем сказать, что Удмуртия выступит в качестве пилотного региона, который впервые попробует данный проект.